Сегодня я расскажу, как сделать первый способ выхода тотемного животного из тела. Это сложный вопрос, потому что нужно многие вещи делать. Допустим, надо делать медитацию, поиск своего тотемного животного. Я знаю, какое мое тотемное животное, поэтому мне особо трудностей нет. Я уже это проделал. Сейчас будет упражнение на то, как первоначально сделать медитацию. Медитация на тотемное животное особенная, потому что мы должны сконцентрироваться по-серьезному. Если мы этого не будем делать, то мы не сможем этого сделать. Найти то животное, которое нам принадлежит. Поэтому я сейчас покажу эти упражнения, и вы увидите сами, в принципе, что нужно для этого делать. Первоначально, конечно, может и не получиться у вас, но нужно стараться. И я за 3 часа нашел свое животное. Ну, в общем-то, сейчас подготовимся к этому моменту. Надо сесть и не забываем про дыхание. Дыхание, как всегда, должно быть ровным и из живота. Сидя больше всего получается это.
Шанта, такое упражнение. Если вам понравилось, ставьте лайки. И я буду делать новые видео.